Всем привет, мои друзья, с вами Владимир. Хочу вам показать нашу тирляндскую елку. Вот такая у нас елочка стоит. Жду, вот когда она засияет своими огоньками, но пока ее не включают. Привет всем моим землякам от Владимира. Я всех помню. Сейчас подойдем поближе, покажу фигурки. Такая ледяная фигура. Это сама елка. Смотрите, какие шары на ней. Настоящая ель, красавица. Да, шишки на ней есть. Нам не видно будет. Ну вот и что, фигурочки. Конечно, скромненько, но хорошо. Снега в этом году нету. Делали вот такие ледяные фигуры. Вот это, я думаю, Дед Мороз. Вот этот вот стульчик. Но это, конечно, Снегурка. Такая Снегурка. Что, елочку покажу. Такая ель. Ну, оставайтесь со мной. Сейчас я пойду на колесо истории. Там памятник установили. Мы посмотрим. Покажу наш Тирлянд немножко. Иду, решил вам показать наш парк. Дети катаются с горки. Вот новый физкультурный центр у нас. Танцплощадка. Кто-то помнит из моих земляков, как мы в молодости здесь зажигали. Такое. Вот это, друзья мои, памятник прокатчику. В нашем поселке был лесопрокатный цех. И вот в память о прокатчиках установили такой памятник. Центр. Вот наш физкультурно-оздоровительный комплекс «Планета». Вот наши рокеры гоняют на мотоциклах. У нас так, это Тирлянд, никакие морозы не держат. Идем дальше. Вот, друзья мои, наша хоккейная площадка. Смотрите, сколько детей катаются, в хоккей играют. Приятно. Спорт – это жизнь.
Вот, друзья мои, подошел я к колесу истории показать вам вот такой вот памятник прокатчику. Установили недавно. Тяжелый был труд. Они заслуживают это. Радует, что память сохраняется. Вот так вот сейчас наш этот комплекс выглядит. Колесо истории. Все прилично. Все хорошо. Память. Всем, кто работал на этом производстве. Я сам работал даже здесь. Сейчас пройдем, посмотрим наш пруд. Жду, когда вот зажгутся фонари. Тут подсветка есть. Но красиво смотрится. Такие фонарики. Идем. Вот, друзья мои, земляки мои, зрители мои, посмотрите на наш Стерлянский пруд. Вечер, и вот он такой вот. Забавно. Вот это место, выемка. В скалах прорублен туннель. Здесь шла железная дорога. Дворецк. Катав-Ивановск. Станция Загрудовка. Мы сейчас будем возвращаться назад. Охота мне показать вам елку в огнях. Просто вот покажу наш поселок вечерний. Это район Шанхай, где я родился и вырос. Все детство провел на пруду, вот на этой вышке. Ну, идем. Вот дети катаются с горки. Посмотрите, как. Ух, как хорошо. Молодцы какие. Далеко как. Вот и что. Учиться. Вот пошли. Молодцы. Вот так, друзья мои, выглядит наш вечерний поселок. Что-то не зажигается. Пойдем к елке.
видео. Ну вот, друзья мои, зажглась наша елочка. Посмотрите на нашу красоту, на нашу елочку. Огоньки. Поздравляю, друзья и зрители моего канала, мои земляки, с наступающим Рождеством. Всем мира, добра, здоровья и удачи. Всем пока.